В этом фильме Шрек должен полюбить самого себя, чтобы у него было прекрасное, светлое будущее. Впрочем, подобное происходит со всеми главными героями фильмов. Все они в итоге должны усвоить тот или иной урок. Могу сказать, четвертая часть заканчивается хэппи-эндом. Шрек все усвоит, и у него будет все в полном порядке. Шрек получит возможность посмотреть на себя в будущем. Он увидит, что у него красивая жена, замечательные детки, большой дом. Но это не все. Он познает и вкус славы. Он знаменитый огр. Но, к счастью, Шрек поймет, что стал не таким, как раньше. Он больше не огр, которого все боялись. Он потерял свою сущность. И тут он задумается, хочет ли он для себя такое будущее. He's not sure who he is anymore, and he's also a little not sure whether he deserves to have a happily ever after.